Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов Жиль де Силуэ. Родился в Антверпене в 1440-е годы. Был кастильским скульптором фламандского происхождения, работавшим в Бургасе в стиле поздней готики или изабеллины. Стиль изабеллины, также называемый изабеллинской готикой или кастильской поздней готикой, был доминирующим архитектурным стилем короны Кастилии во время правления католических монархов королевы Кастилии Изабеллы I и короля Фердинанда II Арагонского в конце 15-го, начале 16 века. Его испано-фламандский стиль, сочетавший в себе влияние германской и фламандской готики, отличается тщательностью в орнаментации и большой технической виртуозностью. Он был отцом выдающегося архитектора и скульптора Диего де Силуэ. Умер скульптор в 1501 году в Бургасе, Испания. Вот такие данные, их немного, я нашел в Википедии, о кастильском скульпторе фламандского происхождения, который работал в Бургасе в стиле поздней готики или изабеллины, Жиль де Силуэ. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.